Всем привет, на связи БСК Крипто. Сегодня у нас на обзоре новый MoveTorrent проект, в котором можно зарабатывать как с вложениями, так и без, под названием Diaverse. Проект выглядит очень круто, при этом имеет очень крутой функционал, о чем я расскажу чуть позже, и давайте разбирать его более подробно. А перед началом этого ролика не забываем подписаться на мой телеграм-канал «Инвестиции в криптовалюту», там такая информация выходит гораздо раньше и гораздо более актуальна, ссылка на него будет в описании под видео. Итак, для старта нам нужно будет скачать вот такую вот игру, ссылку на нее я прижу в описании под видео. И за свои шаги мы будем получать различные боксы, из которых будут выпадать токены, а также различные предметы, которые понадобятся нам в игре в будущем. То есть все, что нам нужно делать, это по сути ходить, чем больше вы ходите в день, тем больше шансов у вас получить какие-то бонусы. Вы можете это делать как с вложениями, так и без. Для того, чтобы получить вот такой сундук, мы переходим в раздел на маленький сундучок слева, и тут у нас отображается сундук за то, что мы ходили день, и сейчас мне нужно будет его открыть, он открывается через определенное время. Давайте промотаем этот таб, чтобы посмотреть, что мне оттуда выпадет. Нажимаю. И мне выпали монеты, токены и патроны. Патроны нам не пригодятся, а все остальное нам понадобится. Итак, сами полученные монеты мы можем обменять на токен XDV, который потом сможем продать. Для того, чтобы это сделать, нажимаем на значок монет сверху. И на данный момент у меня 28 тысяч монет. Давайте мы их сейчас конвертируем в 28 токенов XDV, так как 1000 монет равняется 1 токен XDV. Конвертируем все количество, и мы получаем наши монеты на баланс. Позже я покажу, что с ними делать, я их конвертировал. Позже вы попадаете вот такого бота игры, ссылку на него я также приложу в описании под видео. Вам нужно будет взять вот тут ключ авторизации и привязать его к своему приложению. То есть там просто зайти в настройки и вот этот ключ ставить туда. Сложности там тоже никаких не должно быть. Теперь, как мы можем продать токен XDV? Нажимаем на вот этот токен XDV, после чего вы попадаете на такую страницу, где написано, что сама компания не продает и не покупает XDV, точнее не продает, вы можете их продать на маркете, на P2P. Как это сделать? Переходим вот такого Diaverse Stockbot'а, и вы можете спокойно просто продать. Для того, чтобы это сделать, нажимаем продать XDV, у меня на балансе 735 XDV, я уже продавал, и сейчас просто расскажу вкратце, как это делается, потому что сегодня я еще не могу, так как продавал вчера, а доступно это один раз в сутки. Итак, для того, чтобы это сделать, вы сейчас выбираете количество, к примеру, 300 XDV. У вас тут указана стоимость, за которую вы можете ее продать. Вы берете по минимальной стоимости, чтобы оно быстрее продалось на рынке. И вводите стоимость, за какую один токен XDV у вас будет продаваться. И создаем вот такую заявку на продажу, после чего нажимаем подтвердить. Заявка создана, у меня на 300 XDV токенов я их продаю. И буквально через 10 минут, как вы видите, у меня они продались. И средства уже были зачислены мне на баланс. Это было зачислено за один день. Собственно, сейчас я пока не могу разместить заявку, но вчера я это уже сделал. Я также сделаю еще одну заявку и продам еще больше токенов. Все, ваши токены проданы, и теперь переходим в баланс. Мы снова вернулись в основного бота, и сейчас я буду делать вывод токенов XDV, точнее я его уже сделал, просто покажу на примере, как это делается. Вы нажимаете на свой баланс в меню, вот здесь вот, после чего у вас вот отображается тут количество, у меня на данный момент 729 токенов XDV, и также баланс просто в долларах, это уже чистыми в долларах, сколько я могу вывести, к примеру, или что-то с ними сделать. Нажимаю на вывод, выбираю откуда вывести, нажимаю с баланса, выбираю количество на балансе, учитывайте, что есть комиссия в районе 2 долларов в сети Тон и BIP20, и указываем реквизиты, я указываю SDT BIP20 кошелек, выбираем BIP20, после чего они выводятся, и они мне прилетели очень быстро. Моя заявка обработалась буквально там за одну минуту. Собственно, давайте проверим, есть ли средства на самом кошельке. И все средства с учетом комиссии зачислились мне на кошелек. Как видите, почти 10 долларов у меня на балансе. С выводом мы теперь разобрались. И давайте разберемся, как нам зарабатывать больше. Для того, чтобы нам это делать, нам нужно прокачивать аккаунт пилота. Изначально у нас нулевого уровня и приносит нам немного токенов XDV. Для того, чтобы его прокачать, мы нажимаем аккаунт пилота, нажимаем повысить грейд. У меня он уже прокачан до 5 уровня, я отдал за все 250 долларов и купил себе двоих киберпетов. Они понадобятся мне для участия в PvP режиме, но это немного позже, но и также они дают небольшой буст в плане дохода в токенах. Итак, нажимаю повысить грейд, после чего нажимаю снова повысить грейд, выбираю, у меня уже 6 грейд, мне его можно повысить за 250 долларов, выбираю. И как вы видите, вот у меня открываются слоты под сундуки, повышается коэффициент надбавки XP монет до 300%, соответственно я буду гораздо больше опыта получать и монет. И все, он у меня прокачивается, я выбираю, чем оплатить, оплачиваю SDT TON, оплачиваю либо карты же, на выбор, тут уже как сами хотите. Также можно оплатить баланс. Но первый грейд у вас будет стоить копейки, поэтому в целом можно сделать как первый, второй, третий грейд без каких-либо проблем и зарабатывать уже гораздо больше в проекте.
Также возможен такой вариант, что вы можете бесплатно поиграть, насобирая какое-то количество токенов, обменять их и уже прокачаться, буквально докинув небольшое количество там со своего кошелька, к примеру, и зарабатывать больше. Такой вариант тоже как бы рассматривается. Кроме этого, в игре есть киберпеты, это вот такие вот животные, которых мы можем покупать, стоимость одного бокса с киберпетом $25, и они также нужны для того, чтобы повышать доходность в монетах, но кроме этого, они еще несут свою функцию, они будут использоваться в дальнейшем в режиме PvE, пока что он не реализован, но этого пета мы также можем улучшать, чтобы увеличивать доходность, и он нам просто бустит наш аккаунт, так же как и прокачка нашего пилота. Что же по поводу апгрейда и стоимости апгрейда наших пилотов. Собственно, первый грейд у нас стоит $10. Вы уже получаете коэффициент добычи монет 100%, в отличие от того, если вы не покупали никакого грейда, всего 25% от всей суммы основной, то тут уже получаете 100% доход в монетах и один слот под сундук, который вам выпадает, вы его открываете, и оттуда также вываливаются монеты и токены. Также второй грейд стоит уже $25, он приносит уже 120% монет, и также один слот под сундуки, ну и так далее. Третий грейд стоит $50, четвертый грейд стоит $100, мой грейд стоит $250, он приносит 235% монетах, и у меня также открыто 5 слотов под сундуки, то есть у меня одновременно даже было там по 3 сундука, которых я открывал. И я за них уже получал гораздо больше доход. По поводу окупаемости пока точно сказать не могу, так как первый грейд можно получить даже без вложений, то есть покачавшись в игре, поигравши, и просто его купить за монеты XDV, которые вы получите в самой игре. Кроме этого, в самом проекте есть также различные розыгрыши, в которых вы можете получить грейды совершенно бесплатно. Вот, например, проходит простой розыгрыш на 5 человек с первым грейдом. Для того, чтобы в нем участвовать, нужно просто набирать как можно больше шагов. Думаю, никаких сложностей не возникнет. Ссылку на эти розыгрыши я также приложу в описании под видео. Сам проект кажется мне достаточно интересным и надеюсь, что проживет он также долго и даст заработать. Все новости по проекту я также буду писать в своем телеграм-канале. Пишите, что вы думаете о нем в комментариях. А на этом я заканчиваю свое видео. А в конце этого ролика я также хочу порекомендовать посмотреть, как забрать докс почти на $300 в новом промо от биржи Bybit. Ссылка на видео появится справа вверху на экране. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!